Каждый желает, чтобы его населенный пункт был благоустроен и обеспечен качественными общественными услугами. Современные дороги, освещенные улицы, питьевая вода в кране и доступ к канализации, централизированный вывоз мусора, современные местные рынки, спортивные площадки. Ты когда-нибудь спрашивал себя, как вся эта инфраструктура развивается в твоем населенном пункте? Вначале местные жители, а также активные земляки обсуждают и определяют приоритеты развития родного села или города. Далее примэрия и местный совет разрабатывают стратегию развития населенного пункта, включающие приоритетные проекты. Так как денежных средств из местного бюджета не всегда хватает на решение всех проблем населенного пункта, примэрия и ассоциация земляков находятся в постоянном поиске альтернативных источников финансирования, активно участвуя в различных конкурсах для получения средств. Доноры предоставляют гранты, то есть безвозмездную финансовую помощь. Главное условие доноров – активное финансовое соучастие в проектах самих местных жителей. Таким образом, при помощи безвозмездных грантов, бюджетов примэрии, вкладов местных жителей и земляков, а также других источников, мы можем вместе обустроить наши города и села и обеспечить более комфортную среду обитания для нас и для наших близких. Хотели бы вы помочь развитию своей маленькой родины? Тогда принимайте активное участие в сборе финансовых контрибуций для вашего города или села на онлайн-платформах. Или передавайте вашу помощь через делегированных граждан, ответственных за сбор средств, предназначенных для общественных проектов. Благодаря твоему участию твой населенный пункт может стать красивее и современнее. Развиваем вместе наши родные города и села.